S, нижнее подчеркивание, W85. Так, вот у нее закрытый аккаунт, но ничего страшного, как я говорила, я могу вот так вот нажать «Отправить сообщение» и тоже увидеть с ней общее количество, даже вот что-то она мне писала тоже, общее количество подписчиков. Тоже 73 плюс истина глагола, получается 74, значит, все правильно. Так. Так, 5 книг мы с вами разыграли. Далее идут премиальные пижамы, сертификат на премиальную пижаму by Matata. А, спрашивают, где номерки? В телеграм-канале, знаете почему? Сейчас объясню. Потому что такая есть практика, что когда мы выставляем в шапку профиля, раньше выставляли в шапку профиля ссылку на номерки, и Инстаграм сразу блокировал. Поэтому я добавила в телеграм-канал, там ничего хотя бы не блокирует. Телеграм-канал, если что, указана ссылка тоже у меня в шапке профиля. Переходите, там можете посмотреть. Я там, в принципе, все новости в телеграм-канале более развернуто, подробно рассказываю обо всем, что в моей жизни, в том числе о конкурсе. Вот. Единственное, там, когда будете смотреть эту табличку, нужно ее смотреть на компьютере, потому что с телефона она плохо показывает. То есть нужно на компьютере открывать. Все, возвращаюсь. Так, девушка пишет, чего? Я себя не нашла. Выиграет, сразу пишу. Сейчас посмотрим, может, кто-то ответил уже. Вот. Вот уже ответила Надя. Так, сейчас. Ищем Марина. Садов SH C. О. Так.
Вот, 73 плюс 1, 74. Значит, Марина получает пижамку. Да. Так. Сразу сюда добавлю. Так. Вторая пижама. 11176. Саенко 6425. Ой, Саенко 6425. Так. Так, тоже все у нас совпадает. Пижаму. Сейчас отправится, есть сообщение. Так, и третья пижама. 14206. Так, Башарина Гульшат. Баша. Так, Баша. Рина. Гульшат. Тоже все есть. Это была третья пижамка. Так, пижамки мы раздали. Теперь набор ножей Самура и подставка. Так. Что нужно сделать? Я подписана на всех. Ну, все, значит, вы уже все сделали. Так, опять девушка пишет. Я не могу себя найти. Я говорю, вот Кристелла, если вы подписались до 8 вечера, вы точно здесь есть. Хотите, давайте проверим. Так, я просто, видите, на это отвлекаюсь. Блин, а где вы? А, вот. Так, два нижних подчеркивания. Просто смотрите с компьютера, с телефона, оно не всегда хорошо показывает. Кристелла. Вот вы, Кристелла. У вас номер 13871. Так что это. Просто не, либо невнимательно смотрите. Все, ладно, короче, не отвлекайте меня. Теперь мы разыгрываем набор ножей Самура. 14489. Так. Джулия Мат. Не тратьте время на проверку людей в таблице, только время тратьте. Я просто, ну, как бы претензия даже ко мне получается. Я просто доказываю, что дело не во мне. Что вы все, у вас у каждого есть номерок, просто не так смотрите, либо невнимательно смотрите. Просто показываю прям в прямом эфире ваши имена, что они есть. Чтобы не было вопросов. Так.
Ой, жу... Не так написала. Жули. Да ё-моё. Я... Так. Так, тоже все есть. Это у нас получается ножи. Набор ножей самура. Здравствуйте. Сейчас жду, пока отправится. Так. И третий набор Dusk Solid 27 820. Так, Катюня 91. Генератор все время середину выбирает. Ну нет, 27820 это уже конец, а не середина. До этого было 8000, это начало. Так, Катю. Ой, Катю. Ня.
91. Так, 73 плюс 1. Это у нас третий набор досок Solid. Так. Так, ой, не то включила. Так, теперь у нас идут наборы сковородок Фрайбес. Ну, там не только сковородки, там еще кастрюли. 33, 5, 6, 9. Давайте перезапустим еще раз генератор. 33, 5, 6, 9. Так, 22, 108. Вот. ПВВ 1103. Вот, девушка, как раз я пожелала удачи, когда отправила клевер, видите, выиграла. Так, потому что все у нее есть. Ой, не набор досок, а набор посуды. Так получается. Посуды. Ой, Фрайбест. Так, ой, где я написала? Что-то я не пойму, где... А, вот она, все. Так. Второй набор посуды Фрайбест. 21254. 21254. Так. Яночка Афонина 8. Тоже у нее все есть. А, выиграли набор посуды Фрайбест. И третий остался. Третий набор посуды Фрайбест. 14124. Ой, 14, да, 124. Вот, S, нижнее подчеркивание, Натали, нижнее подчеркивание, 83. Ой, и не тот, 128. Блин. Не тот, простите. Сейчас вот правильный теперь. Юлия, нижнее подчеркивание, метко. Так. Эта девушка уже ответила. Так. Нижнее подчеркивание. Нет.
такому. Тоже у нее все есть. Тоже забирает набор посуды. Так, теперь мультипекарь. Шесть тысяч девятьсот шестьдесят два. Вот. Так, тоже все есть. Так что, мультипекарь. Мультипекарь. Так, пылесос Dyson, девчонки. Давайте, кто-нибудь из вас, кто сейчас сидит, крупный приз. Желаю вам удачи. Тридцать один, три, семь, пять. Этот прям недавно человек подписался, потому что среди последних. Тридцать один, три, семь, пять. Тридцать один, три, семь, пять. Вот. Камилуш 83. Камилуш 83. Есть такой здесь кто-то? Ой. Камилуш. Камилуш 83. Так, тоже все есть. Ой, пылесос. Так. Да, пишет ролик. Я тоже посмеялась. Все время он попадается. Так, пылесос Dyson. Теперь паровая мультипечь Romit, которая такая огромная, очень крутая. Двадцать тысяч ноль шестнадцать. Двадцать тысяч ноль шестнадцать. Бум Стор 80. Бум Стор 80. Что-то этот правильно же написала? Бум Стор. Даже на меня, походу, не подписан. Не то что уж. Да, как-то странно. Так, ну на резерв подписан. На меня, главное, не подписан. Ну ладно, на меня не было условия, конечно, подписываться. Но мы сейчас проверим тогда вручную. Было условие подписываться на спонсоров.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать, тридцать, четыре, двадцать пять, двадцать шесть, семь, двадцать восемь, девять, тридцать, двадцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять. А, чё я туплю? Блин. Где же... Так, вот, 72 плюс 1. Получается, он подписан на 73 человека. А не на 74. Правильно же? Получается. Ну да. До этого, считай, здесь была цифра 73 плюс 1 было 74. Спонсоров-то 74. Короче, получается, что этот... Что не получается. Так, первый человек, получается, который пропустил кого-то. 33, 5, 4, 9. 33, 5, 4, 9. Вот. Ибрагимова. Ибрагимова, 22, 0, 5. 33, 5, 4, 9. Так. Ибрагимова. Ой, Ибрагимова. Да ё-моё. Ва. 22.05. Так. Вот, вот здесь правильно, 73 плюс 1, да, получается 74. Так, здравствуйте. Мультипеч. Так. И последний на сегодня. Девчонки, это не последний вообще. Спонсоров, потому что иначе вы не попадете в следующий прямой эфир.
А там дальше подарки будут еще более крутые. Я их там распределила. Вот. Так что не расстраивайтесь, может, вам какой-нибудь самый главный приз на этот тефалевский, может, отпариватель достанется. Вот. Если те же люди выпадут, кто уже выиграл, соответственно, я им ничего не дам. Я вообще, в принципе, если я увижу, что человек уже что-то от меня выигрывал даже в прошлых каких-то моих раздачах, то он ничего больше не получит. Ну, то есть я хочу, чтобы каждый раз были новые люди, которым, так скажем, еще фортуна не улыбалась. Вот. Это мое такое. Я знаю, что другие блогеры так не делают, у меня просто такое условие. Вот. Чтобы не обидно было. Так. Все, девчонки. Я сохраню сейчас прямой эфир. Номерки в телеграм-канале. Но завтра будут новые номерки, потому что, возможно, кто-то еще добавится, кто-то отпишется. Сейчас после прямого эфира, возможно, там кто-то скажет, а, я вообще не хочу. Отпишется. Потом кто-то новый там увидит информацию о конкурсе, увидит мой пост и добавится. Поэтому номерки будут меняться. Они будут выгружаться примерно там за час, за два до эфира. И они будут у меня в телеграм-канале. Телеграм-канал можно найти в шапке моего профиля. Все, вроде все рассказала, да? И запомните мой нос таким. Послезавтра он уже будет другим. Вот. Все, солнышки мои, давайте спокойной ночи. У меня уже все спят. Я тоже пойду.